своей работе Россельхознадзор опирается на результаты научных исследований. Для этого в системе службы функционируют три института – ВНИИКР, ВНИЭЗЖ и ВГНКИ. Каждое учреждение представлено внушительным научным блоком и собственными современными лабораторными корпусами. Всероссийский центр карантина растений разрабатывает и производит фитовакцины и биопестициды. Это натуральные экологичные средства для борьбы с вредителями и повышения урожая. Например, феромонные ловушки для защиты от 70 видов насекомых-вредителей, которые представляют угрозу для полей, лесов, садов и защищенного грунта. Специалисты ВНИИКРа также создали молекулярно-генетический тест системы. Они способны быстро выявить карантинные заболевания и микроорганизмы на растениях. Карликовую головню, фомопсис подсолнечника, возбудителя черного бактериоза зерновых культур и другие. Институт собрал и постоянно расширяет уникальную коллекцию карантинных и опасных организмов. Федеральный центр охраны здоровья животных – это главный научно-исследовательский институт страны, который изобретает и производит вакцины для животных и тест-системы для диагностики болезней. Так, в 2023 году здесь зарегистрировали средства против трех опасных заболеваний кошек – панлейкопении, калицивероза и вирусного ринотрахеита. Разработана технология производства вакцины против мастита КРС, против бешенства диких животных и многие другие. Новые тест-системы позволяют быстро выявлять ассоциированные заболевания. Например, ДНК инфекционного ринита кур методом ПЦР в режиме реального времени. Во ВНИЭЗЖ создана уникальная коллекция генетических данных патогенов, которые периодически заносятся в Россию и соседние страны. Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов борется с болезнями, общими для человека и животных. Именно здесь следят за тем, чтобы в продукции животного происхождения, кормах и кормовых добавках не было техногенных загрязнителей, остаточных количеств лекарств, патогенов, консервантов и ГМО. Институт проводит экспертизу новых препаратов и контролирует качество тех, которые уже в обращении. Сертифицирует органические производства, дикоросы, племенной материал и пищевую продукцию. На базе ВГНКИ создана всероссийская коллекция штаммов микроорганизмов. Специалисты ВГНКИ инспектируют отечественных и зарубежных производителей ветпрепаратов на соответствие требованиям GMP, разрабатывают новые методики и проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Научные разработки всех этих институтов помогают заботиться о благополучии животных и людей, а также делают сельское хозяйство в стране более эффективным.